Роман Федор Федорович, 7281, прохожу привод, прошел посадку. Посадку решили, Роман Федор Федорович, 7281. Вооруженных сил Министерства обороны Российской Федерации. Командиром была поставлена задача выполнить перевозку до 10 тонн гуманитарной помощи в Республику Армения. Полет прошел штатно, задача выполнена четко и слаженно. В данный момент выполняется погрузка гуманитарной помощи на транспорт Министерства обороны и дальнейшая его перевозка в Степанакерт. Я представительница Ассоциации благотворительных организаций МИРСИ. В Москве была собрана гуманитарная помощь для Нагорного Карабаха. Совместно с российскими миротворческими силами была осуществлена перевозка из Москвы. Надеюсь, наше дальнейшее сотрудничество будет таким же благоприятным и благополучным. Сейчас благодарю всех Российской Федерации и российских миротворческих сил. С аэродрома Чкаловский прибыл борт, доставил 10 тонн гуманитарного груза, который мы сопроводим в Степанакерт для дальнейшей раздачи нуждающимся. Оставлены продовольственные наборы, детские игрушки, канцелярские товары, смесители, бачки, электрические плиты. Это в дальнейшем все будет доставлено в детские сады, школы, многодетным семьям, семьям, потерявших близких, нуждающимся, вынужденных переселенцев.